В Анапе 276 многоквартирных домов подключены к центральной системе теплоснабжения. Из них 178 на обслуживание управляющей компании ОАО «Коммунальчик». 274 дома готовы к подключению центрального отопления. Два дома наши не готовы. Любимый, который находится под станцией 4, и Красноярский, то есть общежитие. На сегодняшний день управляющая компания обязуется к 15 октября запустить в 134 доме по Ленина отопление. Вот. А по переулку под станции 4 Красноярская 65 выделены средства, и они обязуются начать капитальный ремонт как только. Когда последний раз выделяли средства на ремонт этих домов? До этого года? Да. И никогда? Никогда. В этом году мы выделили 7 миллионов 200 тысяч на сегодняшний день. И что? Мы не можем ритмично составить график, чтобы войти в отопительный сезон? У нас управляющая компания каким образом там появилась? Если 15 октября, 14, мы не будем иметь 100% готовность по вхождению в отопительный сезон, значит, 14 до конца дня у меня на столе должно лежать письмо на имя прокурора. Мы оказали фактически серьезную помощь жителям. Но до сегодняшнего дня дом в отопительный, к отопительному сезону не готов. Прошу принять меры прокурорского реагирования. Все. В Анапе 63 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы. Все котельные обеспечены альтернативными источниками электроснабжения. На балансе ОАО «Теплоэнерго» находится 18 котельных и 42,5 километра магистральных сетей. На подготовку к зиме предприятиям за счет собственных средств направлено 8,5 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнено 100% работ. На всех котельных завершены работы по проведению ежегодных лабораторных замеров, оформлены протоколы в соответствии с требованием Ростехнадзора. В полном объеме проведена промывка и опрессовка сетей. Газовое хозяйство котельных находится в состоянии, пригодном для эксплуатации. В наличии 80 тонн печного топлива, емкости заполнены на 30%. Отопительный сезон ежегодно начинается с 15 октября. В этом году похолодание наступило с 3-го. Но температура воздуха не опускалась ниже 8 градусов в течение 5 дней. А значит, не было оснований для начала отопительного сезона. При этом с 5 октября запущены 3 котельные. К подключению готовы все. Социально значимые объекты, детские садики, школы, больницы подключат к системе теплоснабжения с 8 октября в исполнение постановления главы города. Жилые дома подключат по мере поступления заявок от ТСЖ и управляющих компаний. Для обеспечения содержания улиц и тротуаров в зимний период ОАО «Анапа Благоустройство» заготовлено более 1000 тонн песка, 27 тонн соли. В осенне-зимний период будет задействовано 11 единиц техники. 10 коммунальных универсальных машин, из них 3 единицы ОАО «Анапа Благоустройство», 4 по договору с ООО «Сити Кристалл», 3 по договору с ЗАО «Спецтранс» и один универсальный погрузчик. Разработаны маршрутные графики снегоочистки и посыпки улиц песко-соляной смесью, составлены графики дежурства машин и ответственных дежурных. На реализацию комплексного плана направлено 134 миллиона 900 тысяч рублей. Из них более 26 миллионов – средства местного бюджета.